Невероятно! Два короля с позором уехали домой, а Купер, знай себе, машину полевую. Эй, короли, готовьтесь к бою! Этот Купер собирается съесть вас без соли. Кажется, он хочет взять самый главный приз. Понимаете, о чем я? Итак, добро пожаловать, рад вас всех видеть. Ой, виноват, что заново? А, он включен? Ладно. Сейчас будут показаны результаты утренних заездов. Внимательно смотрите на табло, я не буду ее читать, там и так все отлично видно. Пора сделать перерыв, меня зовут Джей Мак, оставайтесь с нами, еще не вечер. Увидимся через 20 минут.
Да, это была серьезная битва. Наш Райан Купер полностью все оправдал наши ожидания, чего вы не скажешь о Кэролу Мадору. Впрочем, у него есть шанс оставить свое право на вторую. И теперь только два, что... Подожди, не понимаете. О чем я? До следующего заезда осталось несколько минут, и если кто-то из вас еще не знает, что такое дрэк, сейчас об этом расскажу. У нас есть время упражнения трассы и максимальная скорость. Так вот, гонщик с минимальным временем всегда побеждает, даже если его максимальная скорость выше. Ведь надо не только разогнаться, но и наехать на финиш. Впрочем, скорость тоже важна. А сейчас небольшой перерыв. Через 10 минут начнется очередной заезд. Это Джей Мак, шоу Роуч Спид Уидерса. Ух ты, вот это да, вы только посмотрите, вот это ты. Гонщик готов, он ждет сигнала, сейчас все начнется, да, сейчас. Настоящий трек, а его почти без отрыва. О да, смотрите, вот так, он знает как надо. Ух ты, да, этот лёд пробивает до костей. Да, сейчас поистине легендарная личность. Приветствуем Кэролу Мадору! Без вопросов она одна из лучших треков. Знаете, народу просто так не дает. Так, часто чувство то, ради чего мы собрались. Итак, страсти накаляются, остался последний заезд. По крайней мере, он будет последним, если Райан Купер одержит победу. Кэрол Мадору будет бороться изо всех сил, ведь на кону ее титул королевы драйвера. И единственный гонщик, который погодит, и сейчас я тут кое-что подхимичу. И как я уже говорил, а теперь важное сообщение, прошу внимания. Мы все знаем, что хорошее шоу вдохновляет на подвиги. Однако организаторы Роуч Спид настоятельно просят всех участников и зрителей расходиться по домам потихоньку и не вступать в конфликты с полицией. В прошлый раз нас же угрозили пустить сюда, но все чудо вошлось, так что держите себя в руках. Спасибо. О, пора промочить горло. Вернусь через пару минут, мы продолжим наше шоу. Сейчас вечно особенно. На трассу выходит Кэрол Мадору. Посмотрите на его уста. Теперь это против самой быстрой и элегантной тачки в Штатах. А, вот о чем я и говорил. Райан Купер молодец. А ну-ка поддержим его.
Так, подождите. Вот загорится зелёнка. Встаньте, друзья мои, идём хорошо. Кто? Почти удалось. Это Илюха Ведик, принадлежит рекорд на четвертом теле. Корова упала! Она выиграла на паре из трех машин, что ей кумам на водах особенности стоит называть это поединок. Красочно. Ярко. Ты забывай это русло, да, это Райан Купер. Вот он загорится зеленый, еще немного и... Сейчас поистине легендарная личность, приветствуем Карлову Мадону! Без вопроса, она одна из лучших треков, знаете, народу просто так не дает. Так, уже наши гонщики уже готовы к старту. И вот, они из старта. Но кажется, Кэрол Мадро нашла себе достойного соперника. Только что Райан Купер стал новым королем дрэга. Аплодисменты участникам. The girls are close.